Он меня, LTD Corporation Studio, представляет. Вот, тест на беременность положительный, снимайте. Хорошо. Видишь, вторая палочка? Пипец. Этот паттай говно. Подробнее в обзоре. Вот это вот гель шаума. Жесть, посадки нет. На следующий поезд только долбануться. Короче, да, она закрытого типа, построенная в Советском Союзе. Станция закрытого типа есть только на синих и зеленых ветках. Она выходит на Невский проспект, а именно на строение, которое вот это гостиный двор крутое. Сейчас мы его увидим, конечно же. Ты что здесь делаешь? Это метро только для крутых. Сейчас вы можете видеть процесс открытия раздвижных станционных дверей на станциях советского типа, гостиный двор. Набережная Кип Антонки и Невский проспект. Что там? Еще раз я не увидел. Ой. Круто. Блин, не увидели, когда дверь открылась. А, хер с ним. Ой. Время вот такое вот. К сожалению, не 2:28. Хорошо, тут заборы нахрен сделали. Долбануться. Обе двери здесь открыты. Заходим, ребят, не стесняемся. Это жестко. Яндекс.Директ. Не знаю, что это такое. Не устал? Пока нет. Короче, на беговой приехал поезд, который дальше не шел. То есть он приехал просто из депо и не повез никого. Сейчас, типа, на Садовый пришел тоже поезд и говорит, выйдите все нахрен. Ну, пипец. Ну, наверное, такое относительно часто случается, но вот произошло с нами два раза. Итак, мы поднимаемся. Ну, что человек делает на этой станции? А перед тем, как на нее войти, на эту призовочную станцию, точнее, на предыдущую станцию, фресочка есть. Как-то так. ВДБ. Едем до Крестовского острова. Сели в вагончик без рекламы. Только самая важная информация. Мы поднимаемся на Крестовском острове, то есть, да, я шагаю. Я сдолбалась это записывать. Это буквально очень ненужная информация, поэтому идите всем нахер. Ну, то есть, поэтому всем пока. Потому что челикам нужно купить то ли фильтры для воды, то ли чайник. Что нужно купить? Смысле? Что купить надо тебе? Зачем? Нифига пошел. Я тоже хочу. Ты ржешь? Чё ты ржешь? Что ты ржешь? Паст хочу. Не захотел. Вот первый ярус эскалатора, он достаточно маленький. Его очень просто пройти. Потом идет за ворота большой ярус. Наконец-то столпотворение народу. А то на фиолетовый вообще нет. Оно есть только вот на Садовой и вот здесь. Типа потому что, ну, центр. Ну, еще на Пушкинской сейчас будет, наверное. Оформляем заход обратно на станцию. Я в этой толпе потеряла Мишу. Но я нашла Мишу, вот он. Я потеряла Миху, он пошел на другую станцию. Капец. У Звенигородской вестибюля проплачен ДНС. Вот это, конечно, омрачает представление немножко о станции. Ну да ладно. Но тут есть еще панно. Вот такое красивенькое. Да, Звенигородское. Час пик немножко продолжается. Будь здорова.
здорово. Миша, почему ты сел не с нами? Мы что, больше не твои друзья? Это спорное утверждение, как минимум. От его силы. Старались выходить, но не везде этого. Это тоже не нужно вставлять в видео, пожалуйста. А я подумаю за этим. Писить пошел, замедлять челлендж. А что творит? Хотя, блин, такая легкая станция. Хочешь, выходи, хочешь, заходи, но нет, пошел ссать. Там прикольно, наверное, не знаю. Очень прикольно в Мурино. Все переезжаем. Можем выбегать, короче, сбегать в этот же поезд. Быстро очень фоткать все. Я так фоткала Василия Островского, когда забыла на фоне нее сделать фотку. Короче, я возвращаюсь на мое место, хочется есть старушка, я такая, это мое место, прогоняй. Просто она зашла сюда. Там были свободные, так что все нормально. Ну да. Все, теперь мы больше не будем выходить на поверхность практически. Это очень грустно. Можем ли мы поставить больше лайков данному видео? Минуты будем сейчас. Очень жаль, что здесь нет времени. До времени, которое ты проведешь, прибывая на какую-то определенную станцию. Блин, я уже устала, не знаю. Просто наслаждаться поездкой надо, не думать о времени. Получила свою дозу чего, чтобы я получила свою платишь 100 рублей. Нет.